хоть вы и географически далеко находитесь, и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы часто очень вспоминаем о своем отечестве от Бреста до Владивостока. И мы всегда будем развивать сотрудничество в этом плане. Мы готовы участвовать, кроме поставок техники, технологий, готовы гарантийное и сервисное обслуживание осуществлять той техники, которая будет работать у вас, если это будет нужно. Мы готовы здесь и по финансированию выгодные условия предложить. И автобусы электрические, МАЗы, трамваи, троллейбусы. Очень большой, хороший у нас в этом плане опыт. Что касается опыта работы в сельском хозяйстве, с этого, в общем-то, и началось наше сотрудничество с вами. Наши возможности вам известны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать и в сельском хозяйстве, и по семенам, и по овощеводству, плодоводству, по всем направлениям. Олег Николаевич, мне нет необходимости вас в чем-то убеждать. Мы с вами давние друзья, считайте, что мы друзья навсегда, и дело нашей чести, что мы будем работать в Приморье и сотрудничать с вами. Это для нас честь, для белорусов. И для нас тоже большая.